А ты там-то берешь общий, да, вместе с супругом? Все, работаем. Погнали. Егор Крид неожиданно приезжает в Нарьян-Мар и делает... Я пойду на концерт! Такой вопрос. Кого бы ты завела, если бы у тебя был большой дом? Кошку или рыжего из Иванушек? Кошку. Почему? Потому что у меня уже была рыжая кошка, они приносят удачу, я бы снова кошку завела. Отлично. У тебя есть шанс добавить один любой закон в Конституцию. Быстро сформулируй его. Это закон, который бы защищал детей. Отлично. Едем дальше. Если бы в мире исчезли все цветы, что дарить на 8 марта? Поцелуи, объятия, любовь, комплименты. Супер. Егор Крид неожиданно приезжает в Нарьян-Мар и делает тебе предложение. Твои действия. Ой, у меня муж, надо как-то будет договориться. С мужем или с Егором Кридом? С Кридом. Какую роль ты бы хотела исполнить в кино? Мэри Поппинс. Закрывать или не закрывать лицо ребенка смайликом в Инстаграм? Нет. Зачем тогда? Ну, зачем тогда выкладывать? Либо не выкладывай, либо выкладывай. Зачем закрывать? У нас работают адекватные женщины. Муж оставил рядом с тобой телефон с открытой страничкой ВКонтакте. Твои действия. Никогда в жизни не полезу в телефон мужа и не ползаю. Тебе предлагают 500 тысяч рублей. Нужно провести месяц без телефона и интернета. Справишься? Конечно. Я иногда провожу такие дни, когда я откладываю телефон и обхожусь без него. Во, круто. Мне нравится. Назови 5 российских футбольных клубов. Ой, «Зенит», «Спартак», чего еще? Все, ничего не знаю. Я болею за «Зенит». Ту-ту-ту. Какую рыбу запрещено ловить без специального разрешения в Ненецком округе? Сёмгу. На этот вопрос есть правильный ответ. Любую рыбу. Да, точно. Все. Спасибо. Как было страшно. Крид, блин, я бы так рано. У меня вообще муж очень похож на Крида, я ему уже об этом говорила. Голубые глаза наполнены солью.